как-никак обратно в новый адрес залетел. Ну да, если б к Ленке ходил, так там через дверь. А здесь сапоги мокрые. Значит, с крадом где-то шастал. Ну, где был, говори. О, да тебя огнем палить. Ну, говори, не то сам прознаю. Оставь ты, батя. Все. Присох я. К новой этой присох, и мочи нету. На вовсе бы загрызка бы ворохнулась, она ведь не живая ко мне. Ишь ты, так с разлету и присох. Скорый. Ну, а как Ленка с печали руки на себя наложит, тогда что? А тогда мое дело телячье. Хвостом крутить да глазами хлопать. Да и куда ей? Ну да. Было жеребячье, а стало телячье. Ушлый. И что за дети у меня? Клавка до 25 годов в девках сидит, а этот к 30 целую роту баб переморил. И все, не женится. Уроды вы цирковые. Да, один Анатолий у меня все успел. И отъехать, и жениться, и машину купить. Да-да. Вот заодно тебя уважаю, что девок звания не лишал. А не то бы я тебе с манжурских сопок всю шкуру спустил. Или было? Что сопишь? А? И что скажи, зачем к ей, к учительке приступал? Сам знаешь, твоя порода-то. Это вот... Ты чего, батя? Чтоб не лез кобелем. Твоя порода, а? Ничего себе. Отоптал ее? Да нет, говорю. Сам не знаю, что и сталось-то. Ах ты! Ты чё? А это вот за неуклюжесть! Да-да! Кончай, батя! Раскинулся, ухвати! Тогда и порода! Ладно, ладно, будет. Ты, видать, до петухов кормить наладился. А за что, черт тебя поймет? Ловить станешь на потолок слезу. Стар я за тобой на потолок лазить. А за что сам понять должен, не маленький? Не понял. Но ничего, сейчас поймешь. Ой. Ой, дайте в руки мне гармонь. Золотые планы. Что узнаю худого, гляди.